Друзья дорогие, мы подошли к финалу акции «Квартирный вопрос» на радио VBC. Мы сегодня сказали вам адрес, по которому вам нужно приехать. Вас там уже ждет Саша Топоров и специалист компании «Фолиант». А первым? Среди многих к нам приехала Алиса. Она подбежала, схватила приз. Сегодня, кстати, в качестве приза супер-мега-турбо-ускоритель в виде раскладного стула. Ой, какая классная вещь, особенно летом. В течение недели на радио VBC в утреннем шоу проходил конкурс «Квартирный вопрос». Любой из слушателей, заинтересованный в покупке жилья, мог подъехать к объекту на его демонстрацию. А если оказывался первым, получал приз от партнера акции. Мы разыграли огромное количество призов от нашего дорогого партнера дизайн-студии «Архкуб». Уверена, что участники нашей акции остались очень и очень довольны. Алиса, ну расскажите нам, пожалуйста, где вы были в тот момент, когда услышали наше объявление про «Калинина 51»? Я была в этом районе, у меня тут магазин, я с утра объезжала магазины. Ну, тогда, Алиса, вопрос второй уже. Что с квартирой делать будем? Брать? Квартиру думать, и нам нужна трехкомнатная квартира. У нас недавно появился ребеночек. Мы вас поздравляем. Поздравляю, вам теперь стул точно необходим. Матери надо отдыхать. Решить квартирный вопрос, который, как утверждал знаменитый Булгаков, испортил москвичей, во Владивостоке помогает «Фолиант». Радиослушатели возможностью воспользовались. Я люблю конкурсы, участвую, но вот на BBC первый раз принял участие, еще и выиграл сразу. Что будете делать со стулом? Ездить на природу, на море. Ирина Шилина, Денис Фадеев, новости на восьмом.